Вот уже более недели в Темиртау проходят субботники в рамках акции «Таза Казахстан». Одними из первых поддержать эту акцию вышли работники культурно-досуговых клубов города. Вооружившись перчатками и мешками, воспитатели и педагоги собрали весь мусор и очистили прилегающую культурно-досуговым клубам территорию. Также работники клубов призвали жителей соблюдать чистоту и поддержать масштабную акцию «Таза Казахстан». Сегодня мы вышли на республиканский субботник. Я считаю, что в принципе такие субботники добровольные должны быть, как и у нас, в общем-то, и есть. И народ должен это поддерживать, поддержать нас и сам себя, потому что уборка территории и вообще вся наша жизнь зависит только от нас. Таза Казахстан. В связи с экологической акцией «Таза Казахстан» мы вместе с коллективом выходим на субботники. Призываю жителей города принять участие в акции. Пусть наш город процветает и хорошеет. Отметим, что субботники – это возможность не только сделать город комфортнее и чище, но и хороший пример для подрастающего поколения. Асель Тулюбаева, Максим Ломакин, новости Темиртау.